Народ, всем привет! Надеюсь, вы уже в курсе всего происходящего в Твиттере. А я тем временем двигаюсь сейчас к месту съемки. Вот, так что следите за новостями и не упустите свой шанс получить билеты на дерби. Утром болельщики узнали, что в секретном месте в центре Москвы их будет ждать Виталий Денисов с билетами на предстоящий матч в рамках акции с рабочим названием «Найди Тора». Впрочем, место перестало быть секретным, когда туда прибыл Виталий и записал еще одно обращение. Народ, всем привет! Я сейчас нахожусь в Столешниковом переулке. И, как и обещал, билеты вот у меня в руках. Первым четверым людям они достанутся. Все, жду вас, давайте, спешите. По плану, до приезда болельщиков Локо ТВ должно было снять с Денисовым очередной промо-ролик с Тором в главной роли. Но какое же было удивление Виталия и сотрудников клуба, когда первый болельщик был на месте спустя минуту после объявления. Это москвич Дмитрий. Добравшийся до цели первым, радости он не скрывал. Говорит, следил за акцией и выбрал район благодаря интуиции. А следом уже с двух сторон к человеку в костюме Тора бежали ребята, выкрикивая «Только Локо!». По условиям акции именно так звучала кодовая фраза. Смотрелось достаточно весело. В итоге, спустя 10 минут собралось около 30 болельщиков. Да, с билетами повезло не каждому, но наш герой провел для всех желающих автограф и фотосессию. Ну а следующая встреча с Тором 30 апреля в 19:30.